Sometimes I get strong, I'm trying to be myself. When you come close, I feel alive. Maybe that's a good thing. Неоднократно рассказывала вам про онлайн-школу интернет-урок, в которой обучалась. Ежегодно в школе обучается более 20 тысяч учеников, что говорит о доверии к ней. Интернет-урок дает возможность выбрать удобный вариант обучения для каждого ученика. Полностью берите на онлайн-обучение с официальным зачислением и получением аттестата государственного образца, либо же используйте учебные материалы как дополнение к обычной школе. Когда я обучалась в интернет-уроке, для меня было самым главным преимуществом это то, что мне не нужно было подстраиваться под учебное расписание. Я могла сама выбрать свой темп, время и место обучения. Все, что мне нужно было для организации своего учебного процесса, это ноутбук и выход в интернет. Это было очень удобно, потому что в одно время я готовилась к поступлению в Корею, к переезду в Корею, при этом совмещала подготовку к экзаменам и в целом учебу 9, 10, 11 класс, и все смогла пройти за полтора года. При регистрации каждый новый пользователь получает целую бесплатную неделю для того, чтобы познакомиться со школой. На нее ссылку также дам в описании. И сейчас интернет-урок запустил бесплатный курс по финансовой грамотности на своем отдельном YouTube-канале. Это целых 10 видеороликов по самым важным и нужным темам, связанным с финансами. Они помогут разобраться, как правильно распоряжаться деньгами, зачем вести свой личный бюджет, что такое налоги и многое-многое другое. На отдельном канале интернет-урока про финансы выложено уже целых 2 видеоролика. Ссылку и всю подробную информацию даю в описании, так что обязательно переходите, подписывайтесь и не забывайте воспользоваться бесплатной неделей для того, чтобы познакомиться со школой. Всем приятного просмотра! Нам принесла завтрак, она наш сегодняшний сейвер. В общем, в Париж Багетти есть очень вкусная вот такая булка, она очень дешевая. Просто большой кондок. Короче, она на вкус как пончик. Да? Да. Я очень хочу пончик. Пахнешь, пахнете. Мой любимый сэндвич, который я постоянно кушу. Просто обалденный. Вообще, по-хорошему, его бы на сковородочке или в тостере, но у нас нет такой возможности в данный момент, потому что мы, как обычно, опаздываем. Разогрей, пожалуйста. В общем, у нас сегодня супер интересный день. Меня пригласили сделать парфюм, поэтому я взяла с собой Динару, и мы идем сегодня делать парфюм. Вкусно. Немножко утренней мотивации. Мотивацию надо поднять! Если вы не поставите лайк и не подпишетесь на нас, то я приду к вам ночью. Зима пришла, называемся теплом.
Портали. Сейчас посмотрю. Нужно учиться что-то такое теплое, комфортное максимально, сладенькое и при этом с легкими нотками чая. В общем, я буду чуть пахнуть, как молочный чай. Мне кажется, что должно быть славно. Должно быть прям хорошо. This one is only for make the same perfume. Yeah. And this one is any perfume. The whole class, the whole program. Okay, okay, got it. Yes. В общем, мы сделали парфюм, познакомились с девушкой этапом, которая нам помогала со всеми этапами. Это очень мило. Мы с ней очень классно болтали, подписались на инстаграмы друг друга. Наконец-таки можем идти гулять. Здесь очень классный район. Нет, здесь очень много стильных ребят. Я не знаю, из-за того, что мы не местные, мы не понимаем, какой район, типа, считается каким. В Москве-то нам скажут, например, Чертаново, и мы сразу понимаем, что такое Чертаново. А здесь, как бы, мы не понимаем, для нас все районы абсолютно одинаковые. Это самый какой стильный район, в котором я была в целом. И в нем просто комфортно. They all want something now. I don't got a ton of gold and fuck around. See my eyes got money bags. I don't rest. I might be a Nike fiend. I need my checks. Headed for the. You know them. Это очень вкусно. More, more. Это очень вкусно. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. Я купила себе новые кружечки. Нам с Ванессой носит теперь парные. Теперь за завтраком мы будем с парными кружками. И постер в комнату, потому что потихонечку хочется ее доукрасить. В общем, мы супер поздно встали, потому что воскресенье. Мы решили выспаться. Вышли только вечерком прогуляться, потому что сегодня очень хорошая погода. И идем за корндогами. 5:25. Вообще, кстати, реально тепло. В разы теплее, чем было вчера. Я иду, мне не холодно. Но грудь я закрыла, потому что всегда, если у меня грудь открыта, я болею. Meet me under Columbus, I'm going.
Гавайи, Гавайи.